Как он прошел и сбылось ли то, что ожидалось, или выполнилось ли? Нет, выполнилось, конечно, все, что ожидалось. Я, в принципе, на это рассчитывал, на такую долгую, тягомотную игру, можно сказать, без особых смешей, потому что вот с ребятами из первой тридцатки довольно-таки тяжело забить с первого удара, как это у нас проходит иногда в России. Тут нужно, конечно, долго, терпеливо держать и ждать этого нужного момента, когда нужно уже закончить и завершить. Конечно, в концовке маленько не получилось, там два добивания в сетку сделал прямо из выгодной ситуации, стопроцентной. Ну, считаю, что немножко на усталости я, потому что всю партию догонял. Ну, вот при счете 17-17 маленько там подломился, был большой розыгрыш, там в защите не отстоял. Но, в принципе, сыграл на уровне хорошо. Мог бы, конечно, лучше, но все, зал немножко непривычный. Такая атмосфера. Англия всегда как-то дает свои такие плюсы-минусы. Ну, считаю, что матч сложился удачно. А следующая у вас сегодня? Следующая пара завтра. Завтра с китайцами, да. Это будет уже основная сетка? Основная, да, сетка. В паре мы стоим в двадцатке, то есть в паре в основном без проблем во всей, на каждом турнире. У вас есть такой период акклиматизации? То есть вы... Нет, абсолютно нет. Мы же до этого сейчас играли в Германии. Германия, всего лишь час разница, то есть... чувствую себя отлично. То есть покажем максимальный результат в паре. Будем надеяться на Ивана, то есть, чтобы он сыграл без ошибок, настроенно. Ну, посмотрим завтра, на что сможем. Успехов. Спасибо, спасибо. Ну и, пользуясь случаем, конечно, хотелось поздравить всех девушек, женщин с 8 марта. Пожелать им большого здоровья, быть такими же, всегда оставаться красивыми, всегда радовать нас своим появлением везде и всюду. И в канун 8 марта будем стараться подарить его победы на этом турнире, на одном из турниров высокого класса All England.